lost or forgot. В категории Руслан Салтыков, город Иваново. Представляем боксеров 7-й пары весовой категории до 60 кг. В красном углу Исмаил Аскеров, Калининградская область. В синем углу Федор Степанов, город Санкт-Петербург. Продолжение боя готовится Исмаил Аскеров, город Калининград, Калининградская область. Боксер 95-го года рождения. Боксом занимается 8 лет. Мастер спорта России. Счет по явке не ведет. Он является финалистом чемпионата России среди молодежи 19-22 лет. Победителем спартакиады Российской Федерации. Тренируется под руководством тренера Ильцова. Секунда за ринг. Второй раунд. Thank you.
Поднимать. Побыстрее, да побыстрее делай. Федор Степанов, город Санкт-Петербург, боксер 97-го года рождения, мастер спорта России, представляет вооруженные силы, счет боям не ведет, тренируется под руководством тренеров Домдаева Томилова, первые тренера Истаев, бойцов. Секунданты за ринг. Третий раунд. Продолжаешь на нем висит.
Одержал боксер синего угла Федор Степанов, Санкт-Петербург. На ринг Б приглашается восьмая пара боксеров: Габил Мамедов, Оренбургская область, Гусейн Алиев, Махачкала. Рефери.